Видео подготовлено для канала «Уроки ТВ. Математика. 4 класс. Автор Чекин. Часть 2. Задание 77. Какие из данных произведений являются решением следующей задачи? В буфет привезли упаковку сока, которая состоит из 8 двухлитровых пакетов. Сколько литров сока привезли в буфет?» Итак, давайте еще раз внимательно посмотрим условия. Речь идет о 8 двухлитровых пакетов двухлитровых, значит, в каждом пакете содержится 2 литра, а всего пакетов 8. Поэтому для того, чтобы ответить на вопрос, сколько же всего литров сока привезли в буфет, нам нужно 2 литра умножить на 8. Получим, кстати, 16 литров. Но также теперь давайте рассмотрим данное произведение. 8 на 2 литра тоже нам подходит, потому что вот это произведение обозначает, что нужно взять 8 раз по 2 литра, и тоже получится 16 литров, потому что 8 на 2 литра – это все равно, что 2 литра на 8. Остальные произведения 8 литров на 2 нам не подходят, потому что это неправильно. 8 литров. Что это такое? И второе произведение 2 на 8 литров тоже нам не подходит, потому что 8 литров, что обозначает величина 8 литров, непонятно. А правильными являются только вот эти два произведения. А давайте запишем ответ. Итак, вопрос заключается в том, чтобы выбрать, какие из данных произведений подходят. Подходит нам 2 литра на 8 или... 8 умножить на 2 литра. На этом все. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. А если у вас появились вопросы, пишите в комментариях.